Да, я снимаю батареи, потому что у нас холодно дома. Между прочим, у нас все утеплено, и все равно холодно. Батарея, правда, старая, да. Чем бы зависит-то ее? Вот так вот подумать. О, тепло, хорошо. И это, кстати, не все проблемы. У меня-то сейчас такое шикарное освещение. Хотите, покажу? Примерно вот так оно и выглядит. Да-да, мобильник, фонарик и свечка. Да-да, лампы накрылись. Вот так вот. В общем, друзья, несмотря на то, что очень холодно, ночь, лампы гуфнулись, да. Я все равно все пытался установить, и теперь вновь время вопросов. Беру свой второй телефон. Я мажорик, у меня два телефона. И оба фуфлежные. Но главное не качество, главное, не знаю, там... какавка. Что я несу? И да, кстати, напоминаю для тех, кто не знает, как сделать так, чтобы ваши вопросы попали ко мне. Группа ВКонтакте, группа Ерика Вишни, обсуждение под названием «Время вопросов». Или вопросы для Ерика. Плюс также... Да блин, молчи! Плюс также... Звук, пожалуй, выключи, да. Плюс также обсуждение «Время приветов». Там вы сможете передать друг другу приветы. В общем, давайте начнем. Буквально после того, как я выложил видео, через пару дней... В тот же день уже вышли новые вопросы. Короче, давайте начнем. Александр Газ. Елик, сколько ты увлекаешься YouTube? Блин, но знаете, не то чтобы я им увлекался, мне просто нравится снимать видеоролики для YouTube, но если считать в этом смысле, то я им увлекаюсь где-то уже, наверное, меньше еще года. Наверное, не наверное, а я где-то с января-февраля только начал, создал этот канал уже. То есть я не создал этот канал моей сестры, вот. Я его просто переназвал по-другому, загрузил какие-то первые видео, которые называются там... «Лес мертвых», по-моему, мой фильм. Потом «Жив убийца», начал немного выкладывать всякую чушь, а потом решил, почему бы не делать это уже официальным таким моим каналом. Вот так вот. Анна Франк спрашивает. Ну что же, вопрос. Что ты думаешь о твоей бывшей девушке? Если вы имеете в виду девушку под названием Вояж, с которой я недавно снимал видео шоу от ютубера, и еще там одно скоро выйдет, возможно. Возможно. Я не знаю, может быть, и не выйдет, вот. Но она неплохая девочка. И даже если у нас все кончено, я считаю то, что с ней неплохо снимать видео и просто дружить и общаться. Нельзя вот так вот взять, если ты больше не встречаешься или у тебя нет взаимоотношений друг с твоим человеком, то тогда ты все равно должен как-то дружить с ним. Следующий вопрос от Анны Бран до сих пор. Тут у нее три вопроса. Когда выйдет фильм «Эбола»? О, наконец-то мне задали этот вопрос, я давно уже хотел, я думал, придется снимать отдельное видео. Пардон. Так вот, извиняюсь. Фейл получился. В общем, этот фильм, я хотел сделать сериал «Эбола». Я его сделал, он мне не понравился, потом решил сделать полнометражку фильм. Я вовсю, я вот сегодня уже снимал дополнительные отрывки к этому фильму. В общем, съемки вовсю идут, друзья мои, я вовсю снимаю. Когда выйдет, это неизвестно, но у меня еще очень мало снят. Я хотел бы сделать большую полнометражку, не знаю, получится или нет. Но я надеюсь в то, что все получится. Следующий вопрос. Когда новый выпуск ВП? У меня есть уже вызовы. Я хотел заснять с кем-то, но не получилось. В общем, друзья... Сейчас прохладно, то есть в такие вызовы, как, не знаю, там, пройдись полуголый, там, или там, одень какую-нибудь там смешную футболку, это уже вряд ли выйдет, но какие-то вызовы приняты я буду делать, я не знаю, когда, просто не всегда есть время, учеба, там, другие видео, фильм, в общем, я не знаю, но я постараюсь как можно быстрее. Максим Сухов, привет, ты будешь снимать стримы на CSGO? Друзья, наверное, я сейчас вас всех огорчу, но вряд ли. Мне не очень нравится CS-ка, Дота и все это такое. Вот танки еще не очень, то есть наоборот, еще можно вроде бы поиграть. А все эти игры, они, знаете, какие-то, ну, мне они как бы... Я не говорю, что это плохие игры, но мне они безразличны. Как-то у меня нет к ним ни ненависти, ни любви.
То есть есть игры и есть, но до меня они вряд ли когда-то будут касаться, вот. То есть вряд ли, но не 100%. Я надеюсь, то, что может будет для фанатов КС, я все-таки сделаю, но если будет, то только буквально пару выпусков. Так, может это съесть не спелый грецкий орех? Вообще-то я вообще не люблю орехи никакие. Мне, естественно, не нравятся орехи. Я сникерс ем так из-за шоколадки и карамельки, вот и все. Вообще орехи я не люблю, тем более не спелые грецкие. Я грецкие вообще не понимаю. Еще не спелый, я его не прокушу. У меня зубы слабаются. Привет, дорогие друзья, шарелька. Буду такой дед. Можешь ли ты пройтись по темной заброшке один? У меня все. Друзья, я боюсь даже, ну не боюсь, но мне как-то страшновато было провожать свою бывшую девушку, там уже поздно было, ну даже не поздно, было темно, а было даже и поздно, было уже полночь, где-то я ее провожал. Там расстояние было максимум, наверное, километр, но я, в принципе, просто знаю дорогу, нет, я не в принципе, я знаю дорогу, но расстояние, оно небольшое, но есть, но оно заметное. В общем, мне было страшно, просто я боюсь этих всех маньяков, но на заброшку один... И даже мысль как-то страшна об этом. Наверное, да, я бы испугался. Я не стесняюсь страха. Александр Газ снова спрашивает. Было бы у тебя желание покончить жизнь самоубийством? Много раз. Много было желание покончить самоубийством много раз, потому что были всякие проблемы, там, и взводы. Но, друзья, не надо кончить жизнь самоубийством. Проблемы уйдут. Жизнь – прекрасная штука. У меня бывали ситуации в жизни, когда просто мне казалось, что все, жизнь моя прекратилась, и можно просто пойти умирать, но... Нет, жизнь прекрасна, что-то не кончайте. Все само разрулится. Или же вы будете владеть ситуацией. Все, не волнуйтесь. Все будет окей. Какой твой самый нелюбимый предмет из школьной программы? Из школьной программы нелюбимый. Все нелюбимое! Мне не серьезно все не нравится, но, наверное, больше всего, больше, прибольше всего. Это физра. Да, я вас удивлю, физра, потому что у меня там проблема со спортивной формой вышла, и она мне ставит двойки. Будет ли у тебя новая девушка, или ты покончишь с любовью, Ромео? Зачем мне новая девушка? У меня она есть, Настя. В общем, нет, вряд ли. Ну, понимаете, жизнь такая штука, никогда не знаешь, как к тебе обернется твой любимый близкий человек, и как жизнь рассудит. Но я надеюсь, то, что ничего плохого не произойдет. Извиняюсь. Если бы у тебя был шанс вернуться в прошлое и что-то изменить, что бы ты изменил? Наверное, я бы перемотал время назад на целый год. Нет, больше, чем год. Или год. Когда я только начинал снимать на свой старый телефон с паузами, где было буквально пиксель камеры, такой LG, знаете, на нем и ни интернета, ни игр, просто только камера, ужасная причем камера. Я там снимал без монтажа, нажимал на кнопки, у меня все это тряслось, это было ужасно, никакого монтажа, плохой звук, в общем, я бы сказал, Елик, стой, я его так припихнул к стенке, ну стоять, не смей снимать, потерпи, у тебя будет нормальная возможность для съемок. Я бы остановил бы себя, снимал бы нормальное видео. Ну и плюс бы, не знаю, бы вернул бы там пару друзей, просто друзья уезжали. Наверное, я бы сделал, много бы чего бы изменил, но основные вещи, это вернул бы каких-то друзей, которые уехали из-за моих проблем каких-то, ну не проблем, но из каких-то конфликтов, и плюс вот это вот, а то это довольно-таки было позорно. Так, и последний вопрос от Эрика Дортмана. Привет, ты вообще можешь замолчать на одну секунду? Это вряд ли, знаете, я люблю разговаривать, вы знаете, то, что все вряд ли... Нет, ну серьезно, я только когда играю в хорроры страшные, тогда могу замолчать. Вот. Ты когда-нибудь любил девушек с черными волосами? Черными, ну, идеально черными, ну, даже не знаю. Наверное, примерно такими, как у меня. Вот я любил Вояж, то есть Кристину Владимирову. Порвался, она просила не говорить. Ну, в общем, ну, можно сказать и так. Ты держал в руке говно? Знаете, дорогие друзья, да. Ну, этот телефон, ну ладно, он не говно, он нормальный. Да. Он хороший. Нет, не держал. Тогда не держал. Ну, помимо ваших комментариев, то хейтеры мои. Хай-хай. Теперь вопросы самый норм. Ты ненавидишь Иван Г. Звездочка Я. Наверное, он сказал, хотел написать Евангелие.
Я много раз говорила насчет Ивангая. Мне этот видеоблогер как бы не нравится. Я тоже его называю Ивангеем, но чтобы вот так вот просто ходить и говорить «Ивангай говно, Ивангай говно», я не собираюсь, потому что, ну, я ему, да, я ему немного завидую, я признаюсь, я как бы не особый хейтер Ивангая, то есть я к этому видеоблогеру отношусь спокойно. Ну, у него есть какие-то интересные идеи, но он немного такой, мне кажется. То есть, он, я его, в общем-то, могу и ненавидеть, но вы не надо отписываться, нет, я как бы к нему нормально отношусь. Да, думаю, это, в общем-то, было все, друзья. Все ваши вопросы. Ой, чуть не забыл, время приветов. Итак, сегодня у нас всего один привет, к сожалению. Александр Газ. Передаю привет Толстяку Шлыкову, это мой друг. Михаилу Гаврилову, тоже мой друг. Анастасия Корзун, моя девушка. Настя, тебе тоже от меня привет. Максу Голополосову из +100500. Вот так вот, мои друзья, моя девушка и Макс +100500. Если хотите задать мне вопросы или приветы друг другу передать, переходите по ссылкам вниз в мою группу, переходите в обсуждение, пишите на здоровье, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по ссылкам вниз, подписывайтесь на меня ВКонтакте, на мою группу ВКонтакте. Видите, я не могу замолчать. Это было все. С вами была Елик. Всем до новых встреч, всем удачи, всем всего хорошего, всем пока. И, кстати, многие меня спрашивают, на какую камеру я снимаю видео. Для вас я сделаю это. Во-первых, вот у меня, опять же, освещение такое чудесное. Я снимаю вот. Вы не видите, да? Вы не видите, да? Сейчас. Я исполню вашу мечту. Вы все равно не видите, да? В общем, вот такая вот камера. Всем до новых встреч. Пока.